Дополнительные средства, выделенные Шымкенту из областной казны в размере 484 миллионов 500 тысяч тенге, пойдут на нужды четырех крупных коммунальных объектов. Уже известно, что на строительство подстанции Астана 1 и 2 выделено 188 миллионов тенге, подстанции Бозарык 200 миллионов тенге. На строительство дополнительной подстанции в микрорайоне Азат предусмотрены 62 миллиона тенге. На проведение природного газа в микрорайоне Бозарык 1 и 2 порядка 200 миллионов тенге. А вот деньги на прокладку водопровода были значительно сокращены. 19 миллионов тенге, предусмотренные для обеспечения питьевой водой жителей микрорайонов Интымак и Жайлау, были урезаны и перенаправлены на строительство водопровода в Сайрамском районе. Еще 14 миллиардов тенге из городской казны выделили транспортному отделу. Из этих средств 1 миллиард 800 миллионов тенге пойдут на строительство надземного перехода в районе рынка Бекжан. Также градоначальник планирует взять под свой личный контроль расширение улицы Байтурсынова. Что касается подземных переходов, то в районе рынка Самал по проспекту Рыскулова и Таукихана в 2017 году начнется строительство подземных переходов. В целом на подобные 23 объекта предусмотрены 9 миллиардов. Если в прошлом году с областного бюджета было выделено 25 миллиардов тенге, то в этом году эта сумма увеличилась в два раза – 55 миллиардов тенге. Местные власти не забыли и о санитарной чистоте города, и о здоровье наших граждан. Если в 2016 году на борьбу с крысами было выделено 12 миллионов тенге, то на будущий год предусмотрено около 50 миллионов тенге. Бахром Абдуллаев, Нургали Кушаналиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар».